Партнер программы «Сеть детских клубов «Йети и дети». Здравствуйте, ребята! Привет! Меня зовут Света, и сегодня я снова в компании Никиты и Устины. Для тех, кто не смотрел нас вчера, очень важная информация. Мы с ребятами находимся в стране безопасности, где учимся правилам безопасного поведения практически в любой жизненной ситуации. Я думаю, что очень о многих правилах вы, ребята, уже знаете, слышали от взрослых, от своих учителей, родителей. Но я думаю, что это как раз тот случай, когда мы с вами вполне можем повториться. И я думаю, что вы со мной согласитесь. Согласны? Да. Ребята, вчера мы с вами говорили о правилах поведения при ожогах. Тема нашего сегодняшнего соревнования будет очень похожей, но об этом чуть-чуть позже. А сейчас я хочу приступить к нашему первому конкурсу. О правилах вы уже знаете, но я напомню нашим маленьким телезрителям, что я буду загадывать вам загадки. Вы отгадку ищите на доске и на скорость приносите мне. Каждый правильный ответ – фишка. Кто справится быстрее, получит дополнительно еще одну фишку. Итак, слушаем первую загадку. Разгрызешь стальные трубы, если будешь чистить. Отлично, ответ правильный. Это зуб. Правильно, ребята. Так, Устина справилась правильно, быстро. Две фишки, и Никита за правильный ответ тоже фишку. Клади в коробочку. И слушаем вторую загадку. Объявили бой бациллам. Моем руки чисто с... Так, правильный ответ. Что это у нас? Мыло. Мыло, да, здесь даже подписано. Мыло, правильный ответ. Никита, фишка за правильный ответ. Устина, умничка. В первый раз, в первой передаче вчера у нас Никита. Тут скоростные свои способности показывала. Сегодня Устина, две фишки. Молодцы, ребята. Третья загадка. Чтобы не был хилым, вялым, не лежал под одеялом, не хворал и был в порядке, делая каждый день... Ай, да молодцы! Что нужно каждый день, ребята, зарядку делать, чтобы быть здоровым? Правильно, зарядку. Никита, фишка за правильный ответ. И Устина, две фишки за правильный ответ и за скорость. Так, держать. Последняя загадка, последний шанс в первом конкурсе заработать фишки. Слушайте внимательно. Мне поставила вчера два укола. Кто поставил два укола? Медсестра. Правильный ответ, ребята. И Устина, и Никита ответили правильно. Никита за правильный ответ. Устина совсем чуточку. Но оказалось быстрее, поэтому две фишки. Молодцы, Никита. Ты мужчина, ты же в первом конкурсе лидировал. А мы только начинаем сегодняшний соревновательный день. Давайте посчитаем, сколько удалось заработать в первом конкурсе. 4, 8. Хорошо, вот у вас после вас сейчас вообще-то равный счет получается по итогам первого дня сейчас. Ребята, наш первый конкурс был посвящен правилам, простым правилам личной гигиены. А как вы думаете, для чего они придуманы и нужно ли их соблюдать? Как считаете, правила личной гигиены? Никита, что? Их нужно соблюдать, чтобы не быть там грязным или не быть оболтусом, там, красиво одеваться. Так, Устинушка, ты что хотела сказать? Правила личной гигиены для того, чтобы быть, самое главное, здоровым. Конечно, для того, чтобы быть здоровым. Правильно, ребята. Очень многие серьезные болезни начинаются с элементарного несоблюдения правил личной гигиены. Но, да, не мыть руки мылом. Правильно, Никита. Но мы с вами вчера познакомились с интересным человеком, который рассказывает очень много полезной информации. Это доктор Артем Витальевич. И я предлагаю нам сегодня с ним снова встретиться. Он уже вышел с нами на связь. Внимание на экран. Ребята, привет! Здравствуйте! Привет. Здравствуйте! Мы с вами уже успели познакомиться. И я очень рад нашей новой встрече. Сегодня у нас с вами очень интересная тема. Но для начала я хочу задать вам вопрос. В какое время года на улице очень жарко? Кто быстрее и правильно ответит, получит фишку. Летом! Так, правильно, летом. Никита чуть-чуть опередил Устину. Держи фишку. Дядя Артем Витальевич разрешил. Слушаем дальше его. Правильно, летом. И именно летом, если долго находиться под палящим солнцем и не носить головной убор, можно получить солнечный удар. Сейчас я вам расскажу, по каким признакам можно понять, что с вами случилось. Если после пребывания на солнце вы чувствуете себя уставшим, стала болеть голова, хочется спать и пить, к тому же еще и тошнит, можно не сомневаться, это солнечный удар. Что же делать в такой ситуации?
если рядом нет взрослых? В первую очередь, пострадавшему надо уйти в тень или в прохладное проветриваемое помещение. Лечь и подложить под ноги какой-нибудь предмет, вроде подушки или валика. Надо много пить, можно положить на голову холодный компресс. В случае, если лучше не стало, надо звонить по телефону 103 и вызывать доктора. Я надеюсь, что в любое время года вы будете осторожны и внимательны к своему здоровью. А на сегодня это все. Я желаю вам успехов и, конечно, победы. Никита, Устина, наш второй конкурсный день подходит к завершению, но у нас есть еще для вас решающие испытания на сегодня. И тот, кто внимательно слушал нашего доктора, без проблем, я думаю, ответит на мои вопросы. Итак, ребята, каждому из вас я сейчас дам несколько карточек, на которых будут написаны правила поведения при солнечном ударе. Но сразу вас хочу предупредить, что среди этих карточек могут быть и неправильные. Держите карточки. Так, пока не читаем. Итак, только правильные карточки. На старт, внимание, марш! Выбираем правильные правила поведения при солнечном ударе. Как только кто-то из вас справится быстрее, кто справится, сказали «я справился» или «я справилась», чтобы я знала, остановила игру, именно этот человек получит фишку за скорость при условии правильных ответов. Все. Никита справился, да? Так. Ну, уже подождем Устину. А Устина тоже одновременно, да? Вы да. Справились одновременно? Так, хорошо. Давайте смотреть, Устин, у тебя. Правильными ты считаешь. Если не стало лучше, вызвать доктора. Правильно, Устинушка, совершенно правильное правило поведения при солнечном ударе. Далее, положить на голову холодный компресс. Это тоже верно. Уйти в тень. Правильно. Лечь, положив под ноги валик. Правильно. Много пить. Совершенно верно. А что осталось, Устин? Покажи, пожалуйста. Пойти купаться, оставаться на пляже. Молодец. Все правильно. Итого 1, 2, 3, 4, 5. 5 правильных карточек, значит, 5 фишек. Мне тоже. У Никиты то же самое. Молодцы, ребята, справились одновременно. 5 правильных ответов у каждого из вас. Поэтому каждый по 5 фишек. Устин, 2 кладу тебе. 3, 4 и 5. Никите тоже 5 фишек. Здесь 4, Никита. И еще одна. Вы знаете, ребята, вы так быстро справились с этим заданием. И одновременно, что я не могу не дать вам еще по одной фишке за скорость. Вы не против? Нет. Тогда получайте. Ну что, ребята, это было последнее испытание на сегодня. Давайте-ка мы посчитаем, сколько удалось сегодня заработать фишек. А потом суммируем и выведем счет за 2 соревновательных дня. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 5. Что-то Никита так медленно считает. Ну-ка, быстрее. 5, 6, 2, 7, 9, 11. 10. Так, 11 у Никиты, 14 у Истины. Итого, в прошлый раз у Истины было 10, сегодня 14, 24 фишки, а у Никиты было 14, сегодня 11, 25 фишек. Практически равный счет по итогам 2 соревновательных дней. Всего лишь на одну фишку Никита опережает Устину. Ребята, золотая середина у нас с вами сейчас в нашем соревновании. Половина пути пройдена, и я предлагаю еще более основательно готовиться к завтрашнему соревновательному дню. Ну а сегодня все, до встречи в стране безопасности. Пока-пока. Пока-пока.